дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня на канале будет открытка вот такой посылочки, которая мне пришла по Украине, видите, новой поштой нашей. Эту посылочку, это вот такой подарок, который я выиграла в одном конкурсе на Facebook от фирмы Каста. Они разыгрывали браслеты разные, надо было зайти на их сайт, выбрать браслет, который вам нравится, и вы могли его выиграть. Там было, если честно, я не помню, 2 или 3 победителя. Сколько, ну не могу точно сказать, потому что когда был розыгрыш вот этого браслета, я лежала в больнице как раз, и одно было хорошо, что они сразу написали, я с ними переписывалась, они сказали, что этого браслета, который я хотела, не было в наличии, написали, которые какие у них были в наличии браслеты, но я написала, что я хочу именно тот, что я выбрала на сайте, я хотела красный браслет, и они сказали, если я подожду там где-то недельку, может больше, они сделают этот, у них есть там свой, по-моему, кто делает, это фирма, не знаю, как, ну, у кого они заказывают вот эти браслеты, они говорили, что он сделает и мне пришлют. Я говорила, хорошо, я подожду. Они всегда были на связи, всегда писали, потом написали мне, что какой я хочу размер, или точно этот браслет, но вот именно с размером я не знаю, потому что я, говорю, я лежала в больнице, у меня не было возможности измерить руку, и я просто сказала размер наугад, так что не знаю, может я взяла не тот размер, может и большой, может, ну не знаю, посмотрим сейчас. Браслет был очень дорогой, ну посмотрим, какой он есть. Одно, что мне не понравилось, то что я говорила, что я всегда буду рассказывать за доставку. Я заплатила за эту посылочку за доставку, но хочу только 25 гривен. Если было бы больше, 45 или 50, как оплачивают, я бы тогда посылочку не взяла. Ну сейчас 25. Это еще по-божески. Хотя, я считаю, я говорила, что если подарок, подарок должен быть доставлен бесплатно. Зачем я буду оплачивать за подарок? Ну, я уже решила, ну, в принципе, это я брала, не я ходила на почту, потому что, знаете, что я не могу ходить. Я после операции забирала посылочку моя мама, ну, и она оплатила за посылочку. Вот, видите, посылочку вот такой еще. Пакетик, видите, такой красивый подарочный пакетик, PlayStation, Netflix, или Netflix, не знаю. Вот у нас, видите, вот здесь браслет, сейчас я посмотрю, видите, как он запечатан, ну, конечно, запечатан и упакован он хорошо, но вот, если бы еще взяли нас без доставку, то совсем были бы молодцы. Да, пишет, что это вся ручная работа PlayStation Nautic и номер аксессуаров handmade. Это handmade. Гарантийный термин 30 дней. Гарантийный действует. Ну, что, видите, это такой гарантийный сертификат. Если что, не знаю, поменяют или что. Видите, здесь у нас даже есть голограмма. Видите, как она переливается. И вот дата. И вот здесь все телефоны. Даже есть сайт. И вот такой браслет, он идет на такой, как бы, морская тема, видите, у нас здесь якорь, вот как здесь, видите, у нас взяла такую на морскую тему, ну, мне просто понравилось, что он красный, я хотела просто красный браслет, мне очень нравятся такие красные браслеты, вот я хотела вот такой, видите, как он хорошо, его можно выступить, закрывается очень хорошо, такой, как бы, узел морской. Здесь у нас, видите, якорь. Ну, видите, неплохой, интересный браслет. Давайте я сейчас померяю на мою руку. Ну, может и будет. Ну, и, в принципе, у меня рука большая. Нет. Ну, можно было немножко и меньше. Но я говорю, у меня просто не было возможности его измерить. Я просто взяла... Да, можно было, видите, даже на 2 размера больше. Точно 2 размера, извините, меньше взять. Я взяла больше, просто я говорю, я просто перестраховалась. Вот видите, как он на руке смотрится. Да, знаете, на 2 размера надо было. Это, по-моему, я взяла 20-й. По-моему, 20-й, если я не ошибаюсь. Можно было даже 18-й. 18-й было бы лучше, было бы плотно в руке, и было бы, ну, хотя бы на размер меньше. Видите, я говорю, я просто перестраховалась, взяла просто немножко больше. Потому что, я говорю, я не знала. Не могла измерить.
Все, друзья, вот такая у меня была посылочка интересная. Браслет, конечно, очень красивый, интересный, видите, ручная работа, есть даже гарантия. Ну, немножко, конечно, говорю, мне не понравилось немножко сразу доставка. Если бы не было доставки, то подарок бы был бы просто шикарный. Тем более он очень дорого за такую цену. Ну, конечно, сама бы я себе такой подарок не купила. Это, конечно, для меня задорого. Потому что у меня сейчас все деньги уходят на лечение после операции. Так что, не знаю, мне даже, может, надо будет еще одну делать операцию. Так что я сейчас пока лечусь. Так что это был приятный бонус, который я лежала в больнице, я выиграла. Это было, конечно, немножко, ну, приятно было, потому что, знаете, в больнице лежишь больной, а тут тебе раз и говорят, ты выиграл. Это было немножко плюс. Все, друзья, я вам всем желаю удачи, чтобы вы тоже играли, выигрывали. Кастом большое спасибо за подарок. Ну, конечно, говорю, за доставку. Не было бы доставки, было бы просто все на 1000%. Так, молодцы. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите мои следующие видео. До новых встреч, пока.